Хирошима Суока. Для одних это имя ни о чем не говорит, но другие произносят его со священным трепетом. Хирошима Суока без преувеличения легендарный гонщик и двукратный победитель ралли-марафона Париж-Дакар. Он 14 раз участвовал в этом трансконтинентальном ралли. В минувшие выходные звезда международного масштаба посетила Нижегородскую область. На трассе Нижегородского кольца Хирошима Суока принял участие в тест-драйве знаменитых японских автомобилей, а также поделился с нижегородцами секретами автомастерства. С точки зрения автоспорта, да, я думаю, это великолепное очень место. И надеюсь, что вы будете развивать этот спорт, и очень много людей будет, знаменитостей появляться здесь. Желаю вам, чтобы отсюда, с этого Нижегородского кольца, появились люди, которые будут участвовать в мировых событиях, в мировых ралли. Для Нижегородского кольца приезд знаменитого японского гонщика – большая честь и большая ответственность. Нижегородское кольцо всегда радо встречать таких именитых гостей. Но тут, наверное, больше не для Нижегородского кольца, а для города, для области, для России в целом. Приезд даже Муцуока, да, на нашу трассу – я думаю, что это очень хороший знак. Это очень хороший знак, это даст стимул нашим молодым спортсменам, молодым ребятам и девчатам заниматься автомобильным спортом. На небольшом асфальтированном пятачке Хирошима Суока очень аккуратно закручивал внедорожник в управляемый занос, только для того, чтобы поберечь авто и нервы пассажиров. Ну, очень необычно, очень потрясающие вообще эмоции. Я, если сейчас первый раз в подобном участвую, поэтому пока еще не поняла, но понравилось. Большие перегрузки, вообще очень классно. Ну, действительно, когда едешь с профессионалом, это всегда очень здорово. Многим есть чему учиться, действительно. Дай бог, что у нас там не будут такие профессионалы. Нашей съемочной группе повезло. Известный гонщик лично провел с нами тест-драйв японского джипа последнего поколения на внедорожной трассе N-Ring. Мгновенная реакция, отточенные движения и неизменная улыбка. Наблюдать за мастерством Хирошима Суока – одно удовольствие. Наш внедорожник ловко выскакивал из колеи, буквально отрывался от земли на небольших трамплинах и закладывал вираж в шпильке. Так называют поворот авто почти на 180 градусов. Эмоции сложно описать, это надо чувствовать. Кстати, в Нижегородском регионе знаменитый гонщик пробыл всего один день. Дальше он проследовал в северную столицу.